Пожарно-спасательному посту номер 231 в Краскове исполнилось 5 лет. Этот маленький юбилей совпал со знаменательным событием – столетием пожарной охраны России. В честь двойного праздника на территории Люберецкого подразделения Мособлпошспас торжественно открыли памятник – отреставрированный пожарный насос середины прошлого века. Этот раритетный экспонат нашли на территории городского округа Люберцы. Ручной пожарный насос, которым пользовались еще в довоенное время, много лет пролежал в земле. Теперь отреставрированный и почти как новый. Он занимает почетное место на территории пожарно-спасательного поста номер 231. Вот этой мотопомпой работали еще за заре своего существования советской пожарной охраны. Техники как таковой не было, поэтому вот мотопомпу вывозили на гужевой тяге и при помощи нее подавали воду. За вековую историю пожарной охраны изменилось многое – от техники и оборудования до создания различных подразделений, отвечающих за безопасность граждан. Совсем недавно, 5 лет назад, в поселке Коренево разместилась пожарная часть территориального управления Мособлпошспас. Здесь в ежедневном и круглосуточном режиме стоят на страже спасения человеческих жизней. Ежедневно вступает на дежурство 4 человека. Один водитель, начальник караула и 2 добровольца. По сигналу тревоги они выезжают на пожар, так же, как обыкновенные пожары, экипированные. Ну, есть свои ограничения в действиях добровольцев. За самоотверженный и благородный труд и в связи с празднованием 5-летия со дня основания пожарно-спасательного поста ряд сотрудников Люберецкого территориального управления Мособлпошспас получил благодарственные письма и почетные грамоты. Лиза Егязарян, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.